Посадили нас на кухню, посадили меня, и там был чеченец, белорус был, русский Вася был, это русский Вася, командир был. И тот чеченец говорит мне, что я буду резать вас. Я говорю, режь, потому что я у тебя в плену. А ты у меня не дома, а я у тебя уже в плену. А он говорит, мы женщин не трогаем. Били закладом, я говорю, не бейте, потому что у меня сердце больное, я не могу это. Ой, ребят, прикажу, я узнала его по кроссовкам, по штанам. И он, бедненький, лежал, уписанный. И, короче, лицо изуродованное. Но я, он уже холодный был. И его развернули трошки так, ну, умятина такая. Ну. Это его тут голова. Вот мы его так просыпали, как могли. Вот чертики все. Что-то они тут читают такие.